Займемся небольшой уборкой, чтобы начать неделю в чистом помещении. Ну вот, теперь пол более-менее чистый. Продолжу готовить деревянные ульи к весне. Я помечу их с помощью горелки и клима, которые я купила этой зимой. После чего необходимо установить литковые заградители. Сейчас покажу вам, как я это делаю. Что касается клима для горелки, в нем нет ничего необычного, его можно найти у любого продавца пчеловодческого оборудования. Насадка соединена с помощью трубки к баллону с пропаном. Зимой пропан лучше работает, чем бутан. Бутан очень тяжело разжечь зимой, он боится холода, поэтому я взяла пропан. Газ поступает в горелку, где имеется два сопла. Огонь разогревает клеймо. Это клеймо может быть из букв или из цифр. У меня в данном случае старый номер ДСВ. Поэтому в нем нету букв, только цифры. С помощью этой горелки возможно проставлять номер прямо на улье. И я рассказываю, не включая горелку, потому что после включения уже ничего не слышно. Небольшая демонстрация. Зажечь сопла в горелке нетрудно. Нужно открыть газ. Слышно, что газ идет. И с помощью маленькой горелки зажечь. Теперь вы поняли, почему я рассказывала о нем, его не включая, иначе бы вы ничего не услышали. Очевидно, что когда вы пользуетесь этим клеймом или уже попользовались, лучше всего класть его на металлическую поверхность, а не, как я, на новые деревянные рамки. После того, как мы промаркировали ульи, нужно закрыть им литки с помощью заградителя литка. Вы можете меня спросить, зачем это делать, ведь эти ульи новые для переселения. Могут прекрасно стоять и с открытыми литками. Но часть этих ульев я предусмотрела под отводки будущего сезона. Я сейчас подробно расскажу, как я буду их набирать, но готовлю я эти ульи внутри помещения, под навесом, и в частности, я сразу ставлю в них кормовую рамку и оставляю под крышей в ангаре. Так они ждут весны и момента, когда я могу начать отбирать маток и делать отводки. Если я ставлю в улей кормовую рамку и оставляю под крышей рано весной, то пчелы почувствуют это, и кормов там не останется. Поэтому я закрываю ульи. Вот так, ульи закрыты, теперь можем перейти к их подготовке к набору отводков. То есть нужно расставить в них кормовые рамки, рамки с сушью и с вощиной. Давайте начнем. Итак, приступим к заполнению корпусов под весенние отводки. Передо мной пустой корпус, куда я ставлю 8 рамок с вощиной. Я ставлю 3 с одной стороны и 3 с другой, а также 2 рамки с вощиной по центру.
Теперь я поставлю одну кормовую рамку, как это, хорошую полномедную рамку. И одну рамку с сушью. Рамка с сушью служит для того, чтобы матка начала сразу вести в ней яйцекладку. А кормовая поможет пчелам во время набора отводков не умереть с голоду, потому что в это время может не хватать взятка. Две рамки с вощиной по центру улья будут заменены рамками с расплодом, который я заберу из основных пчелосемей. А эти рамки с вощиной заменят расплодные рамки в основных ульях. Две расплодные рамки, соответственно, я поставлю по центру, между сушью и кормовой рамкой. После постановки расплодных рамок, мне остается только поставить клеточку с маткой, и отводок сделан. Далее все зависит от весны. Я могу поставить кормушку с сиропом сверху, у меня есть кормушки Никот. Либо я даю им сироп, либо оставляю самостоятельно развиваться. Если весна хорошая, я их не трогаю, они развиваются самостоятельно. У них достаточно источников нектара и пыльцы. Здесь у нас хорошие заросли терновника, боярышника, есть одуванчик и рапс. Это им помогает стартовать. Вот таким образом я готовлю улей, чтобы набрать отводок. Сверху кладу изоляцию и подушку, а затем накрываю крышкой. Что касается подушек, то я только что заметила, что нужно их заказывать. У меня они кончились. Вот так я готовлю ульи к весеннему набору отводков. Нравится наше видео? Подпишитесь на канал. Всем привет! Сегодня у нас 27 апреля, суббота. Вы ранее могли видеть, как мы отбираем плодных маток из мини-плюсов. И сегодня наша задача подсадить этих маток в отводки. Мы подогнали машину с ульями, которые заранее подготовили в помещении под отводки. Мы также уже начали набирать отводки, дополнять их расплодными рамками. Покажу, из чего они состоят. Как вы могли видеть в других роликах, в отводок я поставила две рамки с закрытым расплодом. Между ними стоит клеточка с плодной маткой. Не знаю, хорошо ли вам видно, здесь находится клеточка с плодной маткой. Мы положили немного канди в клеточку, чтобы пчелы могли его съесть и освободить матку. В клеточке мы убрали маленькую стенку. Внутри клеточки находится плодная матка и несколько пчел сопровождения. Мы просто просовываем клеточку между двумя рамками, чтобы она не проскользнула вниз. Продета небольшая веточка. Сюда также была поставлена рамка с медом, она справа, и рамка с отстроенными сотами, сушью, слева, чтобы матке было место для яйцекладки. Все остальные рамки с вощиной. В конце апреля я практически не подкармливаю, им должно хватить этой рамки, но такая рамка должна быть полномедной. Погода улучшается, боярышник готов зацвести. С ним пчелы начнут оттягивать вощину с двух краев. И через 3 недели можно будет ставить магазины. Но это только предположительно, потому что если погода не улучшится, то, мне кажется, в этом году отводкам будет тяжело. Придется кормить их. Посмотрим, что будет по погоде. Обещают немного дождей и понижение температуры. Может быть, мне нужно будет все-таки их подкормить. Но если погода сохранится такой, как в нормальный год, им будет достаточно кормов, чтобы выжить и развиваться. Покажем, как мы отбираем расплодные рамки из других ульев, как выглядят эти рамки, и потом, как мы подсаживаем матку.
будем отбирать расплодные рамки из этого улья и потом подсаживать матку. Давайте начнем. Итак, мы открыли улей, сняли магазин. Нам нужны рамки с максимальным количеством закрытого расплода, чтобы пчелы не думали выращивать свои маточники. Это рамка со смешанным расплодом, не совсем то, что нам нужно на данный момент. Нам нужны скорее такие рамки. Это очень хорошая рамка с закрытым расплодом и значительным количеством пчел. Очевидно, что в отводок нельзя забирать матку из этого улья. Поэтому внимательно смотрим на обе стороны рамки, чтобы матки на ней не было. Хорошо, заберем эту рамку. И нужна еще вторая. Потом их вместе поставим в отдельный улей. Это такая же, очень хороший, закрытый расплод. Проверяем, чтобы на ней не было матки. Поставим потом эти рамки в подготовленный под отводок улей. Теперь сгруппируем все расплодные рамки по центру улья. Оставим кормовые по краям и между расплодом и кормами поставим рамки с вощиной. Таким образом, мы ими заменим две расплодные рамки, которые отобрали из этой семьи. Вот и матка гуляет. Эта рамка с открытым расплодом, оставим ее вместе с маткой. Ставим рамку с вощиной между расплодом и кормами. Нужно немного дыма. Сдвигаем к центру. Проверю на всякий случай засев. Тут тоже рамка с закрытым расплодом. Хорошо. Мы сжали гнездо, тут остается 6 рамок с расплодом, 2 рамки с вощиной и 2 кормовые. Закроем улей и поставим расплодные рамки в улей, которые мы заранее подготовили для набора отводка. Итак, мы в процессе набора отводка. Мы уже поставили одну расплодную рамку, ставим вторую. Вот отобранная вчера матка в клеточке. Мы, естественно, не забыли убрать пластиковую дверку, чтобы был проход в отделение сканди. Остается подвесить клеточку между расплодными рамками. Вот так. Теперь мы оставляем отводок в таком состоянии
И как я уже сказала, если погода будет хорошей, то мне не придется их подкармливать. Им хватит кормов, чтобы развиваться. Пчелы из закрытого расплода выйдут и будут заботиться о плодной матке. Семья будет развиваться, но если взятка нет, то все же лучше давать немного сиропа каждую неделю, чтобы они смогли оттянуть рамки с вощиной, которые стоят с каждой стороны улья. После этого отводки отвозятся на пасеку на расстояние более 3 километров от исходной пасеки. Вот то, что касается подсадки плодной матки. Мы продолжим, потому что нам надо еще очень много сделать на этой пасеке. В частности, мне еще нужно отобрать рамки с расплодом для моей семьи-воспитательницы с шестирамочники. Сегодня мы осматриваем вместе с Тео пасеки на акации. Смотрим, в каком состоянии отводки, которые мы набрали 2 недели назад. Эти отводки были сделаны с 2 рамками с закрытым расплодом. Туда мы посадили плодную зимовалую матку конца прошлого года. Сейчас откроем ульи и посмотрим, в каком они состоянии. Две рамки с расплодом были посередине, и далее от них стоят рамка с сушью и с кормами, остальное вощина. Это такой же отводок, как и другие, которые я показывала. В данном случае на плодную матку. Посмотрим на их развитие. Здесь они на 6, почти на 7 рамках. Обсиживают неполные 7 рамок. И начинают переходить на другие рамки с вощиной. Тут только мед. Они хорошо отстраивают вощину. Здесь моя кормовая рамка. По-прежнему тяжелая. Матка вышла из клеточки. Это закрытый расплод, который плодная матка уже успела сделать. Еще одна рамка с расплодом. Матка как раз в процессе яйцекладки. Все идет хорошо. В улье 2 рамки с расплодом. Посмотрю также сушь. Засеяна она уже или нет. Тут участок расплода. И даже немного трутневого расплода. Она также засеяла 2-ю сторону, значит 3 рамки расплода. На последней рамке наверняка нектар. Да, они ее еще тянут, засева нет. Они хорошо развиваются, учитывая, что мы набрали этот отводок 2 недели назад. Надо посмотреть точную дату в записях. Это было 9 апреля, то есть 13 дней прошло. Поставлю рамки на место и посмотрим 2-й отводок. Этот развит похуже. Пчелы сидят на 4 рамках.
Посмотрим. В процессе отстройки вощины. На этой рамке засева нет. А тут все засеяно. Это рамка с закрытым расплодом. Уберем клеточку. Посмотрим дальше. Хорошо бы увидеть матку. Вот то, что она уже засеяла. Матки не видно. Уже три рамки с расплодом. А это рамка с вощиной, которую они оттянули. Поставлю рамки на место. Этот отводок оказался слабее, но им есть на чем развиваться. Сейчас цветет боярышник. Нужно немного времени, чтобы семья выросла. Давайте откроем еще один, посмотрим, что там. Эта семья чуть побольше. Вот красивая личинка. Восковой моли. Ну, красивая для меня и для Тео. Шучу. Вот вид сверху. Как и другие отводки, этот был набран из двух рамок с расплодом, кормовой рамки, рамки с сушью и рамок с вощиной. Сейчас пчелы обсиживают 7 рамок и отстраивают восьмую. Начнем отсюда. Эту тоже строят. А здесь они уже оттянули вощину. И мне кажется, она засеяна. Я не уверена. В данном случае она уже хорошо отстроена. Все пока спокойно. Но все-таки подам немного дыма, чтобы они опустились. Это рамка с пергой. А внизу матка, вот здесь, в этом углу, заложила расплод. А сзади все в расплоде. Печатный расплод и матка здесь. Это матка 19-го года, помечена зеленым цветом. Очень красиво. Все в засеве. Все хорошо. Не будем ее трогать.
но она ушла на другую сторону. Не люблю, когда матка так делает, лучше, чтобы она оставалась по центру, чтобы случайно ее не задавить. Оставим ее в покое. Поставим все рамки на свои места. Больше не собираюсь их беспокоить. Эти отводки делаются обычно в конце марта, начале апреля. И обычно по окончании 3-4 недель мы уже можем ставить сверху магазины. Я стараюсь делать все вовремя, по срокам. Это позволяет мне получить урожай меда с акации. Сегодня мы с Тео и Батистом ездим по пасекам, смотрим состояние основных семей на предмет роения. От самых сильных пчелосемей мы отбираем от 2 до 3 рамок с расплодом, которые мы расставляем в заранее подготовленные ульи, которые вот здесь в кузове. В отводок на 2 расплодные рамки я ставлю 3-дневный маточник от прививки, которую делала в прошлый понедельник. Сейчас откроем один улей, посмотрим, что там происходит, и стоит ли отбирать расплодные рамки. Давайте начнем. Я сняла 2 магазина, и мы можем проверить теперь состояние семьи и понять, можно ли отобрать у нее 2 расплодные рамки. Ну что ж, давайте посмотрим, что можно отобрать. Это рамка с печатным расплодом. Маточников на ней нет. На этой тоже нет маточников. А тут начали отстраивать маточник. Вот он, белый сверху. Они только-только его заложили. Отсюда я уже забрала 1 рамку с расплодом. Теперь нужно забрать 2 рамку с расплодом. Я удаляю этот маточник. Думаю, что второй будет это.
на ней наибольшее количество закрытого расплода. Внимательно проверяю, чтобы не забрать матку. Подержи, Тео. Две рамки, которые я забираю, две рамки с расплодом, я заменяю рамками с вощиной. Вот то, что нам надо сделать сегодня. Мы осматриваем все ульи по одному, смотрим, есть ли в них маточники. Если они есть, заложены, мы их ломаем. И если в семье очень много пчел, я отбираю три рамки с расплодом. У семьи обычной, средней силы, я забираю две. Я собрала весь расплод в центре улья. И нужно хорошенько просмотреть другие рамки, чтобы не было маточников. Вот здесь один. И с яйцом внутри. Я его ломаю. А вот и матка. Она помечена красным. Сегодня пчелы немного нервничают. Очень сильный ветер. Боярышник только зацвел. Мне кажется, что они более нервные, чем обычно. Посмотрю последнюю рамку с расплодом. Здесь тоже нет маточников. Теперь поставлю вощину. Оставляю на краях кормовые рамки. А рамки с расплодом я сгруппировала по центру улья, чтобы не разделять расплод рамками с вощиной. Трехдневные маточники у меня будут завтра. Завтра я поставлю маточник в отводок с двумя расплодными рамками, которые я отобрала сегодня. Если вы не выращиваете маток, вы можете отобрать две рамки с расплодом и оставить один маточник на одной из этих рамок. Таким образом, вы можете сделать собственный отводок. Вот что я хотела показать вам сегодня. Семья все-таки набрала уже магазин меда. Поставим на нее второй. Пусть они его дозаполняют. И тут нам не хватает одной рамки с расплодом, чтобы закончить набор отводков и заполнение ульев. Отберем отсюда. Тут семья чуть слабее, чем та, что рядом. Она только половину магазина набрала. Не думаю, что они в роевом состоянии. Если так, это меня удивит. Тут открытый расплод, а это похоже на закрытый. Думаю, сможем отобрать эту рамку. Да, очень хорошая рамка с печатным расплодом и пергой. Немного меда сверху. Смотрю, чтобы не было матки. Вроде все хорошо. Отберем эти рамки и закончим заполнять ульи. А завтра будем расставлять трехдневные маточники. Это все, что я хотела сегодня показать вам о работе на пасеке.
Итак, сегодня днем мы съездили на облетную пасеку Стео и привезли стартеры. Отвечаю тем, кто спрашивал, как я перевожу маточники, когда их много и когда их нужно перевести на дальние расстояния. Я просто перевожу с собой семьи воспитательницы. Вот одной семье тут стало жарко, они выкучились, и таким образом, по мере надобности, мы постепенно забираем маточники и распределяем их по этим ульям. Это те ульи, которые мы заполнили вчера вместе с Тео и Батистом. Мы поставили в них по две рамки с печатным расплодом, без маточников. А сегодня приехали поставить трехдневные маточники. Давайте начнем, мы покажем, как мы это делаем. Мы забираем маточники из стартера. Вот так. Подымлю, чтобы пчелы слезли с маточников. Хорошо. Отложу пока рамку сюда. Закрою стартер. Теперь можно распределить маточники по ульям. Приступим. Сниму маточники с цоколей. Будем крепить маточники вместе с пластиковыми держателями. Мои эксперименты с деревянными ложечками не удались, поэтому я продолжаю пользоваться пластиковыми держателями. Итак, вчерашний отводок. Вчера мы были на пасеке, где семьи хотели роиться. Обычно от таких семей я забираю 2-3 рамки с закрытым расплодом и набираю из них отводки. Я помещаю 2 расплодные рамки в центр улья. По бокам стоят кормовая рамка и рамка с сушью, остальные рамки с вощиной. Я вынимаю рамку с вощиной. Это рамка с кормами. Обычно пчелы начинают строить свои свищевые маточники. На этой рамке их нет. Посмотрим другую. Вот один. Уберем его. С этой стороны нет. И с этой тоже нет. А сейчас покажу вам, как я ставлю маточник. Во-первых, я кладу расплодную рамку плашмя на улей. С помощью стамески я проминаю соты в центре, чтобы поставить маточник. Мне нужно закрепить держатель так, чтобы он не цеплялся за соседнюю рамку. Я выбираю место, где нет закрытого расплода.
сдавливаю слегка сот стамеской, беру маточник и ставлю его на рамку. Таким образом, маточник не сильно выпирает и выступает. Он не мешает работе с соседней рамкой. Затем я ставлю рамку с маточником на место. Приставляю к другой. Далее сдвигаю рамки, как они ранее стояли. На крышке улья я помечаю дату постановки маточника. Через 6 дней мне нужно вернуться и проверить свищевые маточники, а также прием моего маточника. Перейдем к следующему отводку. Здесь делаем то же самое. Немного дыма. Вынимаю вощину, сдвигаю кормовую рамку . Смотрю сначала свищевые маточники. С этой стороны их нет. Тут тоже. На этой рамке один. С краю. На этой стороне их нет. Кладу рамку. Смотрю, где я меньше всего поврежу расплода. Цель все-таки не навредить. Прогоняю лишних пчел, чтобы они пошевелились. Вот так. Теперь ставлю маточник в эту канавку и возвращаю рамку в улей. Можно просмотреть сверху. Видно, что держатель не сильно выпирает и не торчит. Он не мешает соседней рамке, не мешает ее вынимать и обратно ставить. Ставлю обратно вощину, закрываю улей и затем напишу дату постановки маточника на крышке улья. С этим все. Итак, с этим все хорошо. Перейдем к следующему. Сразу вижу красивую личинку восковой моли. Очень аппетитно. Есть что поесть на ужин. Тео, это уже тенденция. Я вынимаю рамку с вощиной, сдвигаю кормовую. Немного дыма. И теперь посмотрим наличие свищевых маточников.
Если вы сами не выводите маток и у вас нет маточников, вы можете, конечно же, сделать отводок, оставив один маточник на такой рамке. Таким образом, вы спокойно можете делать отводки. Но при таком методе все же вы размножаете роевые качества, роевую наследственность, потому что я отбирала эти рамки из семей, которые хотели роиться. Маточников здесь нет. Сделаем то же самое. Положим рамку. Попытаемся сделать канавку где-то здесь. Мне приходится это делать, иначе держатель будет цепляться за соседнюю рамку. И я рискую порвать маточник в следующий раз, когда я приеду проверять его прием. Возвращаю рамку в улей. Сдвигаю. Немножко нужно подымить. Они довольно возбуждены. И возвращаю рамку с вощиной. Вот и все. Мне нужно проверить отводки, которые я сделала на прошлой неделе. Нам нужно проверить сегодня 60 штук примерно. Мы посмотрим, как пчелы приняли те трехдневные маточники, которые я в них поставила. Сегодня пятый день после их постановки. Что касается состава отводка, все как обычно. Я ставлю по две рамки с вощиной с каждого края, одну кормовую рамку, две расплодных рамки по центру. Эти расплодные рамки мы отобрали на прошлой неделе, и одну рамку с сушью. Маточник находится на одной из расплодных рамок. Выну вощину. Сдвину другие, чтобы было легче достать рамку с маточником. Вот рамка с маточником. Не знаю, хорошо ли вам видно. Вот маточник. Поправлю камеру, чтобы вам было лучше видно. Сейчас этому маточнику 8 дней от даты прививки. Если маточник принят, я ставлю рамку обратно в улей. Но сперва нужно удалить другие свищевые маточники, которые пчелы заложили. То есть мы делаем то же самое, что и с мини-плюсами. Отводок набирается точно так же. В него ставятся две рамки с расплодом, трехдневный маточник. Через 6 дней мы контролируем прием. Если маточник принят, я удаляю свищевые. Я спокойно возвращаю рамку с маточником в улей. И теперь осмотрю вторую рамку, которую я им давала. Вторую рамку с расплодом. Тут тоже маточник. Дальше здесь старые мисочки. И вот небольшой здесь. Но это так, несерьезный. У пчел еще достаточно запасов. Мне не нужно их подкармливать. Надеюсь, что позже погода улучшится, потому что с такой погодой становится немножко тяжело. Вот так. Теперь посмотрим следующий.
Убираю вощину, чтобы освободить место. Перемещаю кормовую рамку. И проверяю прием моего маточника. Он здесь, принят, все в порядке. Теперь убираю все свищевые маточники. С другой рамки я стряхиваю пчел, чтобы было легче заметить маточники и удалить их. Тут все в порядке. Я сдвинула немного влево рамки, но это не так важно. Таким образом, мне не приходится дважды сдвигать рамки. Будут ли они ближе к одному из краев или по центру, это не важно. Отводок все равно разовьется. Нравятся наши переводы? Ставьте лайки, обязательно оставляйте скептические и критические комментарии. Подписывайтесь на наши Telegram, YouTube и Дзен-каналы.